Всем привет, с вами Brain First, и мы начинаем восьмую миссию GTA 3. Называется она «Прощай, Чанки Ли Чонг». Хорошо, будем осторожны. Все, что нам нужно сделать, это любым способом убить Чанки Ли Чонга. Ну, в принципе, довольно-таки простая миссия. Вы можете, если у вас есть оружие, сразу же ехать к нему. Если же нет, можете взять оружие из амуниции. Я лично выберу первое, потому что лишний ствол и лишние патроны никогда не бывают лишними. Поэтому поеду сразу к амуниции. Так, мы приехали. Забираем ствол. Вот. Но убивать я буду его из совсем другого оружия. Так как у меня еще есть УЗИ и дробовик. Осторожно, осторожно. Да ты... Вообще-то эта улица моя, чувак. Я ее как бы придумал. Тебе нельзя быть. Ладно, так или иначе мы приехали. Достаем... я возьму УЗИ. Так, он... После того, как он вас увидит, он начнет сразу же убегать к своей машине. Вам нужно этого не допустить. По той причине, что... ну... Поймать его тогда будет довольно-таки сложно. Ну вот, мы с ним быстренько разобрались. В принципе, можно было подъехать и с другой стороны. И, наверное, с другой стороны убить-то его и легче можно сбросить его. Но так вышло, что я подъехал с этой стороны. Вот его машина. Заодно ее и угоним. Ладно, миссия подошла к концу. Делать мне больше здесь нечего. Всем удачи. Спасибо за просмотр. Пока.